Волнительный день для всех школьников. Это линейка в самом крупном учебном заведении Мичуринского района, Заворонежской школе. Сейчас здесь обучаются 656 человек. С особым трепетом момента, когда в этих стенах прозвенит последний школьный звонок, ждут выпускники. Совсем скоро последний звонок прозвучит для 24 11-классников Заворонежской школы. Еще в этой школе 48 девятиклассников, которые также покидают стены этой школы в этом году. Всего же в регионе больше 12,5 тысяч выпускников. Впереди у вчерашних школьников, пожалуй, самый ответственный этап учебной жизни – выпускные экзамены. 11-классница Алена Родионова мечтает стать дизайнером. Девушку ждут ЕГЭ по русскому языку, литературе и математике, а впереди совсем взрослая жизнь. Я в огромном восторге от этого замечательного дня, потому что 11 лет провести в этом месте, и сегодня как бы последний день – это непередаваемое чувство на самом деле. Есть немножко грусти в твоем голосе, мне кажется. У меня прям сердце на самом деле болит, потому что смотришь на своих учителей, смотришь на своих одноклассников, и становится грустно, что, возможно, ты никогда больше с ними не увидишься. Особенно хочу выразить благодарность Ларисе Анатольевне, на самом деле, самой прекрасной учитель математики. С важным днем выпускников поздравил глава региона Максим Егоров. Осталась последняя 100-метровка после большого марафона 11 лет, у кого-то 9 лет. И надо выложиться теперь по полной, чтобы хорошо сдать экзамены, ЕГЭ, и дальше поступить, кто хочет вузы, кто хочет техникумы, или пойти на какую-то, или найти себе хорошую работу. Уважаемые выпускники, я желаю вам всего самого наилучшего. Видите, даже когда начинался сегодняшняя линейка, последний звонок, небо было затянуто тучками, а сейчас солнце. И пускай солнце сопровождает вас на протяжении всей вашей жизни. Будут взлеты, будут падения. Не унывайте никогда, идите только вперед, поставленной с собой цели. Максим Егоров выразил благодарность учителям Заворонежской школы. По случаю года педагога и наставника он отметил труд коллектива благодарственными письмами правительству области. Юлия Савушкина, Илья Тырса, Анна Мусатова, «Область новостей».